эфире новости. В студии Нас Дубинина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О доходах, туризме, судьбе торгового комплекса «Континент». Обсуждение этих и других тем прошло на совещании в администрации Гагарского района. Познать историю. В центре имени Юрия Воронова объявили победители конкурса. Евро-2016 на База ТВ. В субботу на нашем канале стартует новый футбольный проект при поддержке «Аквафон». Начнем выпуск с европейской новости. Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Согласно официальным данным, за это проголосовали почти 52% избирателей. Уэльс и Англия поддержали выход из ЕС. Жители Лондона, Шотландии и Северной Ирландии выступили за сохранение членства в Европейском Союзе. При этом остаться в ЕС больше всего хотели жители Гибралтара. Там за это проголосовали 96% избирателей. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, главный противник так называемого британского выхода, обещал, что выполнит волю британцев и инициирует процедуру выхода. Но после референдума объявил, что уйдет в отставку, заявив, что не может оставаться главой правительства и лидером консервативной партии. Вопросы пенсионных надбавок обсудили на совещании в администрации президента. Так, каждый пенсионер, который не получает российскую пенсию, должен получить надбавки разных размеров. Министерством труда и социального обеспечения ведется работа с этой категорией пенсионеров. Рауль Хаджимба отметил, что необходимо ускорить этот процесс. Вопрос вот по пенсионным, как говорится, выплатам. Деньги мы с вами получили. Практически те документы, которые были приняты по данной теме, начиная с 2015 года, постановление 3 июня по тем надбавкам, которые должны были быть, и по тем решениям, которые должны были быть связаны с количественными параметрами людей, которые должны были получить те объемы средств, которые вы сами же здесь мне определили, вот я вижу по таблице, я просил бы, вот что сделано за это время? Поступило к нам заявок более 5000, но 4447 заявок обработаны, и эти деньги уже перечислены, значит, Сбербанком на сберегательные, ну, на те отделения банков, где должны получать они. Могу назвать по району, там, по городам, по сухому, по всем есть определенные цифры. То есть эта работа, это вот, наконец-то мы подошли как бы к завершающему этапу этой работы, уже к выдаче вот тех денег, которые были предусмотрены на эти доплаты. Сейчас, еще раз говорю, значит, нами обработано 4447, готовы уже к обработке для того, чтобы опять сделать заявку Минфину, значит, 1791 заявка. К этим 4447? Да, 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 еще готово, значит, у нас 1791. 1791. Доходы от туризма, торговли и промышленности в Гагре в 2015 году возросли более чем на 800 миллионов рублей, а валовая прибыль увеличилась на 160 миллионов. Об этом рассказал глава администрации Гагарского района в ходе расширенного совещания с членами Кабинета министров при участии президента Рауля Хаджимба. В ходе встречи была затронута и тема начавшегося курортного сезона. Кроме того, у собравшихся была возможность задать интересующие их вопросы главе государства. Среди прочих, жители района спросили о судьбе торгового комплекса «Континент». Рауль Хаджимба отметил, что вопрос будет решен в ближайшее время. Подробности у Иланы Казамба. Гагарский район – это локомотив абхазской туриндустрии. Не секрет, что за время курортного сезона именно там сосредоточена основная масса отдыхающих. Валовая прибыль в 2015 году в районе на 65% состояла из доходов от туристической сферы. Среднемесячная заработная плата по району выросла на 25% и составила 11 тысяч рублей. На ее рост также повлияло увеличение оплаты труда бюджетников. В расходной части бюджета района львиная доля по-прежнему уходит на социальное обеспечение граждан. Из 385 миллионов рублей расходов 246 миллионов составляет социальное образование, здравоохранение, культура и спорт.
В районе активно развивается производство. Об этом свидетельствуют статистические данные. Вместе с тем, глава Гагарского района рассказал, что есть ряд крупных предприятий, такие как ООО «Абхазалка», отдел охраны при РУВД, Гагарская электросеть, которые функционируют круглогодично, но уплачиваемые ими налоги идут мимо районного бюджета. И получилось так, чтобы эти налоги по деятельности этих предприятий в нашем районе поступали в бюджет района. Потому что разрыв годовой от этих изменений получается около 90 миллионов. А мы вместо того, чтобы просить в республиканском бюджете 36 миллионов, мы сами могли бы обеспечить и республиканский бюджет приростом, и свой бюджет. Довольно остро в Гагарском районе стоит проблема мусора и сброса канализационных отходов напрямую в море. Для кого-то необходима система химической очистки вод на современном уровне. Проблема обращения с бытовыми отходами на территории является одной из острых. В настоящее время в районе имеются две свалки ТБО, это Алахадзих и поселок Цандрепш. А также очень много несанкционированных свалок, которые на территории района немало. Неуплата налогов – это тоже своего рода бич района. Люди на время курортного сезона зарабатывают на том, что повсеместно организуют услуги, места отдыха и гостевые дома на территории своего жилья. Многократно повышается потребление всех услуг ЖКХ, а платят граждане мизерные суммы, ссылаясь на число прописанных в домовладении жильцов. Часть электроэнергии – тоже очень большие пробелы, очень большие неуплаты. Мы вместе должны с этим бороться. Сегодня состояние энергетики ужасное по городу Гагре. Ужасное тем, что повышается емкость гостиниц, повышаются нагрузки, лежат не те кабеля, которые рассчитаны на сегодняшние нагрузки. Очень большие работы предстоят Черноморэнерго и предстоят нашему РЭСу вместе с нами для того, чтобы преодолеть все эти трудности. Туристические объекты нашей республики сохраняют положительную динамику посещения, рассказал министр по курортам Автандил Гарский. Небольшое отставание по сравнению с прошлым годом наблюдается в первую очередь из-за погодных условий. Новый Афон. Пещера этот год 76 тысяч. Это на 20 число показатель. А прошлый год показывает 78. Рица в этом году на 20 103. Прошлый год 109. Ботанический обезьяний питомник идут с опережением. Там в соотношении 8 к 7. Общий оборот денег или объем платных услуг составляет 75 миллионов рублей против 77. Но это только что касается экскурсий. А в гостиницах места уже забронированы до конца сезона и многие уже заполнены. Здесь главным фактором будет являться погода. Рассказал министр о состоянии дел на курорте Пицунда, где был осуществлен ремонт сразу трех корпусов. 1 июня был задействован первый комплекс «Бзыбь». 10 числа начала работу «Колхида». Уже сегодня в планах задействовать «Золотое руно». О масштабах ремонтных работ говорилось много. Номера были полностью переделаны, установлены санузлы, Wi-Fi, куплена новая мебель. Вместе с тем РУП выполнил все взятые на себя кредитные обязательства. В прошлом году курорт показал самый большой уровень – 27 тысяч человек было обслужено. Погашены все банковские долги, заплачены налоги в бюджет страны 51 миллион рублей. Собственная прибыль составила порядка 40 миллионов рублей. Президент Рауль Хаджима подчеркнул, что доходы курорта Пицунда – это в том числе доходы Гагарского района, и нужно ввести отчисления в районный бюджет, как это было сделано в отношении Новоафонской пещеры и озера Рица, которые с некоторых пор вносят немалый вклад в формирование бюджета Гудаутского района. О криминогенной обстановке в районе и в целом по республике рассказал министр Леонид Дзабшба. Данные о совершенных в 2015 году преступлениях против отдыхающих показывают, что наиболее безопасным остается отдых в организованных домах отдыха и гостиничных комплексах. Так, из общего количества преступлений 34% совершено из автомашин, 32% в частном секторе, 27% на улицах и общественных местах и только 7% в санаториях, пансионатах и других базах отдыха.
Многие помнят, с какими проблемами в сфере энергетики сталкивались жители Гагарского района в прошлом году. Постоянные отключения и аварии из-за перегруза. В наступившем сезоне по поручению президента руководство «Черноморэнерго» провело немало работ, которые должны улучшить ситуацию. И в принципе та линия, на которой у нас была нагрузка порядка 7 с лишним мегаватт, она разгружена на 5 мегаватт. То есть у нас существует новая воздушно-кабельная линия, которая может не только разгрузить центр города, но и в случае аварийных ситуаций на другой первоначальной линии запитать оттуда всю эту часть. Вместе с тем остаются в районе и села, в которых напряжение в сети не превышает 90 вольт. Однако тут немаловажно обратить внимание на ситуацию с уплатой за электроэнергию. А в Гагре одни из худших показателей, отметил Басария. Продолжая тему налогов, министр Рауф Цимцба рассказал, что внесенные коррективы в закон об НДС существенно повысили доходы в бюджет Гагры. Увеличение составляет почти 30 миллионов в сравнении с прошлым годом. Рассказал Цимцба и о проблемах, с которыми сталкиваются работники его ведомства. Ежедневно появляются несанкционированные дома отдыха, которые приводят налоговиков к вынужденному подворовому обходу. И тут их порой ждут неприятные сюрпризы. И вот в Лидзаве, значит, у нас произошел инцидент. Стоит гостиница 4 этажа, взрослый солидный мужчина вышел и не стал пускать наших инспекторов во двор. Еще что хуже, присутствие отдыхающих начал нас оскорблять. Это, я считаю, не по-государственному и даже не по-абхазски. Так не делается. В своем выступлении президент Рауль Хаджимба коснулся разных тем. Проблем энергетики в районе, неуплаты жителями налогов, удручающей ситуации с мусорными свалками. Также глава государства проинформировал, что долг граждан Гагарского района за земельный налог превысил 40 миллионов рублей. Коснулся он и темы референдума. Право на проведение референдума дано. ЦИК и все ведомства обязаны создать все условия для спокойного проведения этого процесса. Меня не пугает результат референдума. Если моему народу нужно будет, чтобы я ушел, я спокойно уйду. Но от этого, наверное, лучше нам не будет. Референдум проводит не президент. Явка зависит от людей, готовых проголосовать так или иначе и поддержать в большинстве своем оппозицию. Не власть инициировала этот референдум. И было бы странным, чтобы глава государства поддерживал бы свою досрочную отставку. Многие жители Гагарского района продолжают бороться за свои рабочие места, которых их лишили, закрыв торговый комплекс «Континент». Они поинтересовались, на какой стадии находится решение вопроса. Президент отметил, что собственникам комплекса поставлено условие, что если в течение ближайшего времени комплекс не будет приведен в надлежащее состояние, его изымут в пользу государства. Заканчивая совещание, глава государства выразил надежду на то, что все имеющиеся в районе проблемы будут решены, и пожелал жителям хорошего курортного сезона. Илана Казымба, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Из 55 пляжей к приему отдыхающих готовы лишь 18, но эти данные каждый день улучшаются, сообщил Обснпресс первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. По его словам, для предотвращения чрезвычайных ситуаций на туристических объектах Абхазии заблаговременно были подвергнуты пожаротехническим обследованиям все крупные курортные объекты на предмет соответствия правилам пожарной безопасности. Также была проверена готовность к купальному сезону пляжи подведомственных городским, районам и частным организациям. По инициативе Торгово-промышленной палаты Абхазии в республике создана гильдия ательеров. Представляя ательерам профессиональную гильдию, президент ТПП Геннадий Гагули отметил, что в отрасли существует много проблем, которые можно решать сообща. Для этого нужна площадка, на которой можно обсуждать проблемы, вырабатывать предложения правительству, считает Гагули. При этом он отметил, что задача ТПП была только организовать ассоциацию, а все дальнейшие вопросы будет решать правление гильдии.
Новости культуры. Президент страны Рауль Хаджимба принял юную абхазскую балерину Кристину Чкото. В этом году она стала ученицей Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. До поступления Кристина Чкото училась в балетной студии при Государственном училище культуры в Сухуми. Педагог Яна Свейба и директор училища Сира Авизба возлагают большие надежды на девушку. По их словам, ее талант невозможно не заметить. Рауль Хаджимба, желая успеха в карьере юной балерине, отметил, что сегодня Абхазия может гордиться людьми искусства и нет сомнений, что будут успехи в балете, сказал глава государства. Сама юная балерина полна решимости прославить свою страну. Впереди у нее еще 8 лет учебы в одной из лучших русских школ балета. Я с детства хотела стать балериной, говорю, что стану не балериной, а барелиной. И в 7 лет моя мама повела меня в Абхазию, сюда, в Гульпросвет училище. Там я занималась классикой. Победители конкурса на лучшую работу по истории и археологии Абхазии имени Юрия Воронова получили свои призы и грамоты. Конкурс был объявлен научно-культурным центром имени Воронова при Абхазском госуниверситете. В нем приняли участие более 20 учеников из разных районов Абхазии. Подробнее в репортаже Надежды Боровиковой. Конкурс среди школьников старших классов на лучшую работу по древней, античной, средневековой истории и археологии Абхазии по трудам выдающегося ученого-кавказоведа Юрия Николаевича Воронова был посвящен 75-летию со дня его рождения. Вдова великого ученого, заслуженный учитель Абхазии Светлана Воронова, поблагодарила всех участников и их учителей. Во-первых, я сразу же хочу выразить глубокую благодарность директорам школ, педагогам и учащимся, которые приняли участие в нашем конкурсе. По двум причинам я хочу особенно это подчеркнуть, потому что этот конкурс не был обязательным конкурсом. И это было как-то неожиданно пришла такая идея, и вот решили это в связи с 75-летием Юрия Николаевича провести такой конкурс. А вторая причина, что было очень поздно объявлено об этом. Археолог, академик, доктор исторических наук, а также председатель жюри конкурса Олег Бгажба рассказал, по каким критериям оценивались работы участников. Первый, безусловно, критерий – это был творческий подход к данной проблеме, к данной тематике, к данному вопросу. Второй – это, значит, проблема, связанная с компоновкой, то есть наличие там вступления, заключения, и как это вступление и заключение вписывалось в саму текстуру, в само содержание. И третий момент учитывался – это момент оформления работы. Всего в конкурсе приняли участие 24 старшеклассника из всех районов Абхазии. Первое место поделили между собой двое учеников – Линда Цугба из Гудауты и Зураб Тужба из Сухума. Каждый из них прочел отрывок из своей работы. Не так уж много в Абхазии мест, которые бы обладали столь богатым историческим прошлым. Мне очень захотелось побольше узнать об этом месте, которое так сильно любил Юрий Николаевич Воронов. Я узнала, что Цибельдинская долина – это самое таинственное и загадочное место на территории Абхазии. Оказывается, много тысяч лет назад это место было одним из самых густонаселенных на нашей земле. Работая над своим докладом, я новое для себя что-то узнал и вынес для себя. Мне очень понравилось. Я выбрал тему Диаскуриада. Я работал над книгами Воронова, Юрия Воронова. Там это научные его труды, первые, четвертые тома, а также Воронов, Диаскуриада, Севастополь, Сухум. Мне помогала моя учительница. Я ей очень благодарен. Без внимания не остались и педагоги, воспитавшие в своих учениках любовь и интерес к истории родного края. У некоторых учителей в конкурсе приняли участие сразу несколько учеников. Это тоже сподвигло нас организоваться, мобилизироваться, проявить свои знания, в очередной раз ознакомиться с литературой, которая позволила им узнать все новое –
Научно-культурный центр имени Воронова при Абхазском госуниверситете проводит подобный конкурс впервые. Но увидев энтузиазм, с которым дети приняли в нем участие, организаторы пообещали непременно повторить это мероприятие в следующем году. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Остатки Великой Абхазской стены в селе Отапа Чемчирского района проинспектировал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кубахи. «Нам очень важно, чтобы за этими объектами следили. Нам необходимо беречь историко-культурное наследие Абхазии», – сказал Кубахи агентству «Спутник». По словам замминистра, у остатков фортификационного сооружения установят информационную доску, на которой будет написана краткая история оборонительного сооружения. На сцене Русского театра прошел первый сольный концерт детского эстрадно-музыкального театра «Каданс». Молодые музыканты продемонстрировали мастерство, которое они наработали за 2 года существования группы. Прозвучали песни культовых роковых, джазовых и блюзовых исполнителей, песни на абхазском, русском, английском, итальянском языках. Молодые певцы исполнили из всего 18 композиций исключительно в живом звуке. В Абхазии зафиксировано присутствие марокканской саранчи. Об этом «Спутник» сообщил начальник государственной карантинной инспекции Абхазии Аркадий Джинджи. Марокканская саранча опасна тем, что летает стаями и уничтожает все на своем пути, особенно злаковые, сказал он. Возможной причиной нашествия насекомых эксперты называют солнечную активность. Этот вид саранчи для человека не опасен, но представляет серьезную угрозу для растений. В свою очередь, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар заявил Абснепре, что марокканская саранча не представляет угрозы для Абхазии. По его словам, она уже встречается отдельными особями на нашей западной границе и перемещается в сопредельные территории. Но ее появление в Абхазии у ученых тревогу не вызывает. Во-первых, это ресурс для многих птиц и насекомоядных животных. И как только она здесь появится, то станет активно потребляться многими животными. С другой стороны, для нее это не характерная климатическая зона, слишком влажная, считает Двар. Новости спорта. Веломарафон «Сухо Москва» успешно завершен. Денис Амамба все же сумел преодолеть расстояние в 2500 километров за 6 дней и 12,5 часов. Напомним, целью марафона была популяризация велоспорта в Абхазии. А этим заездом Денис доказал в первую очередь самому себе и обществу, что нет ничего невозможного для человека целеустремленного и волевого. Ретрансляция обсуждения и интерактив игр чемпионата Европы по футболу 2016 начинают на нашем канале в субботу 25 июня. На Абаза ТВ идет оформление новой студии, в которой прогнозировать и анализировать матчи в прямом эфире будет ведущий журналист Инал Хашек и приглашенный гость. Все подробности в репортаже Элеонор Гилаян. Продолжая спортивные традиции телеканала «Абаза», уже в эту субботу стартует трансляция футбольных матчей игр плей-офф чемпионата Европы по футболу. Сейчас идет установка новой студии. По словам футбольного эксперта и ведущего Инала Хашик, формат передачи традиционен и для «Абазы», и для футбола, и для него. Так, в течение 13 эфиров в студии «Абаза ТВ» будут обсуждать, анализировать и прогнозировать игры. Вот такой формат, при котором мы минут 10-15 говорим перед, анонсируем этот матч, потом уже встречаемся в перерыве матча и, естественно, уже подводим некую черту уже после окончания матча. И это тот формат, который, в принципе, на Абазе еще когда-то стартовал в 2008 году с чемпионата Европы. То есть вот как бы мы вот к этому формату возвращаемся у нас в студии. Каждую игру в гости к ведущему будут приходить футбольные болельщики. По словам Инала Хашик, главный критерий подбора собеседников – любовь к футболу. Это будут обычные болельщики футбола, вот такой вот демократический, такой очень либеральный такой подход к подбору. Главное, чтобы люди любили футбол и мы могли с ними поговорить. В режиме онлайн у всех абхазских болельщиков будет возможность поделиться своим прогнозом и прокомментировать матч. Специально для этого в социальной сети Facebook на своей странице Инал Хашик будет анонсировать каждый матч. Будем сообщать, анонсировать о своих матчах там, в социальных сетях и так далее. И там будет еще, естественно, по старой такой традиции, смс-прогнозирование и
Естественно, мы будем за всем этим тщательно следить, и мы уже так привыкли, что это уже традиция, что люди не только голосуют, но они еще и комментируют. Но для этого, если в прошлый раз как бы они комментировали обычно в своих смс-сообщениях, сейчас мы будем, естественно, рады видеть ваши комментарии в социальных сетях. И я как бы для упрощения, чтобы вы как-то слишком долго не искали, вы можете, допустим, найти меня там, просто набрать Инал Хашик там в Фейсбуке, я там каждый матч буду анонсировать, и можно будет свои комментарии происходящего на чемпионате Европы, можно там комментировать. И кстати говоря, наиболее активные, наиболее толковые, толковых людей мы обязательно пригласим на эфире, они могут участвовать. Генеральным спонсором футбольных трансляций на АБЗ-ТВ стал первый мобильный оператор Абхазии. Аквафон всегда поддерживает спортивные инициативы. Компания спонсирует столичный футбольный клуб «Нарт», проводит уже традиционные турниры в самых различных видах спорта. Как рассказывает менеджер по социальным проектам Аквафон Астан Барцыц, совместный проект с АБЗ-ТВ – дань футбольным традициям обеих компаний. Совсем недавно прошедший чемпионат мира по футболу «КОНИФ», где наша сборная держала замечательную победу, дала понять для нас самих, что мы можем и умеем болеть, что мы любим футбол и любим смотреть футбол, играть в футбол. И поэтому совместно с телеканалом АБЗ-ТВ мы решили продолжить свою работу и начать трансляцию Евро 2016 года. Нужно отметить, что это уже четвертый раз, когда мы работаем с телеканалом АБЗ-ТВ, и вся эта тенденция к развитию спорта, особенности футбола, дало плоды, вот как я говорил, совсем недавно прошедшем чемпионате мира. Первый эфир о матче Польша-Швейцария состоится уже в эту субботу, 25 июня в 15:30. Элеонора Гилаян, Сасреку Агуха, АБЗ-ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. Пятого июня в Сухуми малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +28, ночью 23 градуса. Ветер западный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Температура морской воды +23. Выпуск новостей завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и приятных выходных.